Борис Леонидович Пастернак. Книга «Сестра моя жизнь», цикл «Песни в письмах, чтобы не скучала», стихотворение «Майн Липхен», «Вас вильсть ду нох мэр», перевод с немецкого «Любимая, что тебе еще угодно», 1917 год, читает Лев Литвинов. По стене сбежали стрелки. Час похож на таракана. Брось, к чему швырять тарелки? Бить тревогу, бить стаканы. С этой дачей дощатой может и не то стрястися. Счастье? Счастью нет пощады. Гром не грянул, что креститься? Может молния ударить, вспыхнет мокрую кабинкой. Или всех щенят раздарят. Дождь крыло пробьет дробинкой. Все еще нам лес передний, лунный жар за елью печью. Все, как стиранный передник, туча сохнет или печет. И когда к колодцу рвется смерч тоски, то мимоходом буря хвалит домоводство. Что тебе еще угодно? Год сгорел на керосине, залетевший в лампу мошкой. Вон, зарею серо-синий, встал он сонный, встал намокший. Он глядит в окно, как в душку, старый, страшный состраданием. От него мокра подушка, он зарыл в нее рыданье. Как утешить эту ветошь, о, ни разу не шутивший? Чем запущенного лета грусть заглохшую утишишь? Лес навис в свинцовых пасмах, сед и пасмурен репейник. Он в слезах, а ты прекрасна, вся как день, как нетерпенье. Что он плачет, старый олух? Иль видал каких счастливей, иль подсолнечники в селах? Гаснут солнце в пыль и в ливень.